Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И мы продолжаем играть в игру Slime Rancher. Но сегодня я попытаюсь добраться до убежища Огдена и пробраться в дебри. Ну а для того, чтобы попасть к нему в убежище, надо выполнить ряд его заданий. Чем мы сейчас и займемся. Не думаю, что мне сразу будет попадаться Огден, поэтому буду просто проматывать время, чтобы он попался. Так, а вот и первое задание от Огдена. Давайте посмотрим, что там. Я работаю над новой рецептурой, поможешь мне? И что тебе надо? А это случаем не то же задание, которое я уже пытался пройти? То есть тебе нужна серая морковка? Типа пастернак? Блин, как повезло, что мне в прошлый раз как раз его и дали. За выполненное задание Боба. А это 14 богов фруктов, насколько я понял. Сейчас проверим. Итак, момент истины. И да, это богофрукты. Отлично. Но это не мое первое задание, Огдена, насколько я знаю. По-моему, это уже второе задание. Так, от него сообщение пришло. Насколько я знаю, сообщение как раз символизирует открытие новой локации. Поэтому пойдемте посмотрим его. Итак, звездная почта. Огден Ортис. Да, это оно, мне повезло. Ну а по факту оно открывается после покупки зарослей и открытия мшистого покрова. Ну и после прохождения пары заданий Огдена. Ну а теперь поехали на его ферму. Убежище Огдена. Ух ты, как здесь красиво. Это что, сакура? Блин, ребята, это крутое место. Нифига себе. Офигеть, здесь нереально круто. Блин, я не могу туда попасть наружу. Ёлки-палки, Огден, отпусти меня. Так, и насколько я знаю, чтобы попасть в дебри, мне нужно выполнить его задание. На поиск кукадобы, насколько я помню. Так что давайте разберемся, где взять это задание. Это, скорее всего, телепорт в дебри. Но в дебри меня пока не пустят. Это телепорт домой. Так, а есть что-нибудь сзади? Блин, и туда меня тоже не пускает Огден. Огден, открой, друг. Я к тебе в гости пришел. А что, можно что-то изменить у него? Прикольно, смотри-ка. У него можно цвета поставить, как и у меня на базе. Класс. Так, ну, насколько я полагаю, задание берется вот здесь. Эй, Беатрикс, спасибо за то, что пришла в мое убежище и выслушала мое предложение. Итак, за дело. Я построил это место отдыха несколько лет назад. Потом я понял, что оно находится по соседству с группкой островов, населенных саблезубыми слаймами. Я назвал эти острова дебрями, и после их разведки открыл их настоящий секрет – редкий фрукт кукадобу. Что такое кукадоба? Почему она вкуснейший фрукт во всей известной нам вселенной, которому просто нельзя противостоять? Ну хорошо, многие говорят, он на вкус как пропавший сыр, но не ошибаются. Короче, я стал зависим от кукадобы, но я тут же поймал себя на мысли, что я уже слишком стар и медлителен, чтобы рисковать. Поэтому ты, гад, попросил меня, чтобы я ее раздобыл. Понимаешь, дебри — это дом для полчища дичавших слаймов, потомков древних саблезубых слаймов, которые когда-то охотились в этой местности. Сбор кукадобы опасен. И здесь дело вступаешь ты. Я с удовольствием награжу тебя за сбор этой несравненной кукадобы. Просто положи этот фрукт в дистанционный обмен, и мы будем в деле. О господи, сколько текста. Собери достаточно кукадобы, и я начну поставлять тебе мою секретную волшебную смесь для твоих земельных участков. А также я буду платить тебе кусочком моего особенного пикантного тофу за каждые 3 кукадобы. Я активировал у себя в убежище телепорт в дебри, и ты им можешь пользоваться, когда пожелаешь. Только имей в виду, эта телепортационная связь немного глючит. Господи, Огден, остановись. Ты не всегда сможешь вернуться на место старта, и тебе придется найти работающий телепорт для возвращения. Это глюк, я знаю, просто будь готова к этому. И, наконец-то, это все. Так, то есть здесь, по идее... Все мое задание это кукадоба, и мне надо 78 штук. И где я могу найти ее? А ну-ка. Вперед в дебри за кукадобой, только будь осторожен, там много дичавших саблезубых слаймов на каждом дюйме этих островов. Ах да, еще кое-что, саблезубый слайм имеет странную привычку облеплять кукадобу грязью, которая потом затвердевает камнем. Единственный способ ее расколоть — это вещица, которую я сделал и назвал щелкукункунчиком. Господи, что за слово. Ты найдешь их беспорядочно расставленными в дебрях, мимо не пройдешь. Выстрели комком грязи в них и собирай эту сладкую, вкусную. У меня слюнки текут, как только подумаю об этом. Вперед, вперед, вперед! Все? Остановись, Огден. Больше мне от тебя ничего не надо. Так, и как мне попасть в дебри? Вот он, этот телепорт открылся. Ну что, ребята, на поиски кукадобы в дебри. Так, курочки. Так, и где же мне искать кукадобу? Блин, эй! Это была кукадоба? Или это была не кукадоба?
Ух ты. Ух ты, смотри, какие серьезные. Это что, это она? Это кукадуба? Ну-ка, иди сюда. Нет, это... Это комок грязи с облизуемого слайма содержит кукадубу. Так, подожди, может мне в них попасть? Блин, ты посмотри, какие они злые. Подожди, это... Блин. Видели, они распадаются. А это что такое? Интересно. Ну-ка. А ну-ка. О, есть! Есть кукадуба! Отлично! Только сумасшедшему придет в голову собирать эту штуку. Согласен, тут, блин, какие-то демонюги живут. Так, а я могу еще один ящик разбить с кукадубой? Тут же их два было, насколько я видел. А вы между собой драться будете? Уйди от меня! Уйди от меня! Противный! А! Так, а с той стороны есть что-нибудь? Я ведь в дебрях, правильно? Блин, никакой карты, естественно, нету. Ого, сколько тут всего-то оказывается. Блин, ай-яй-яй. Мне кажется, мне надо прятаться от них. Так, а могу ли я наверх залезть? Подальше от этих злобных сларга, не знаю, или слаймы это. По-моему, это слаймы. Есть, есть одна кукадуба. Блин, мне кажется, я сейчас огребу. Так, есть, есть щелкун. Где же еще эти коконы? Я не вижу. Вот один есть. Иди-ка сюда. Мне надо попасть к щелкунчику. Блин, здоровье, восстанавливайся быстрее. Давай-давай-давай-давай, быстрее. Отлично. Хватаем. Вы же не успеете слопать? Блин, мне надо где-то отхилиться. У меня всего 132 хп осталось. Блин, однако это прикольный островок. Точнее, даже целая сеть островов. Так, ну, я читал на Вики, что мне надо целых 150 кукадоб. В общем, я не буду останавливаться на том, что соберу 75 или 78. Я соберу сразу 150, не знаю, 156 на всякий случай. О, телепорт, отлично. Но он мне пока не нужен. Мне нужны кукадобы. Так, еще один кустик. Но мне же целые нужны, которые ломаются. С них больше всего падает. Вот она, есть. Блин, соберем еще одну. И сломаем эту. Отлично. Ай, ну-ка, остановись. Да куда ж ты? Ай, отцепитесь от меня, злые ларга. Блин, посмотри-ка, они какие-то новые, саблезубые. Это не те ларга обычные, которые у меня на острове. Еще один маленький цветок. Блин, всего 22. Точнее, 22 кукадобы. Еще один телепорт. О, вот еще одна спрятанная кукадоба. Блин, а на этом острове больше ничего нету. Придется возвращаться. А нет, вон маленький есть. Блин, я уже облазил очень много места, но кроме маленьких кустиков с одной кукадобой, я не могу ничего найти. То есть этих коконов больше попросту нету, одни телепорты. Я не понимаю, может я что-то не так делаю? Но 29 это очень мало. Хотя бы 78 собрать, что ли? Ну даже 78 собрать это целая задача. Есть, наконец-то, хоть один клубок. А то ведь совсем ни одного клубочка не было. О, хотя бы разовые появляются. Так, а где тут щелкаш был, я видел. Вон он, внизу. Уйди от меня. И ты уйди от меня. Блин, как вы напрягаете это своим присутствием. Уйди. Давайте мне кукадубы быстрее. Хотя, может быть, такими темпами по чуть-чуть я все-таки наскребу 156 кукадоб. Блин, вы что там столпились? У вас там игрушка какая-то или... Или там кукадобы? Блин, не вижу нифига. Ай-ай-ай. Нет, ладно, все. Я с вами не играю. Пойдем-ка посмотрим с этой стороны. А мой телепорт, кстати, сломался. Если это мой телепорт, я уже, честно, заблудился немного. Блин, как они разлетаются постоянно. Фиг поймешь, в какую сторону и где их собирать. А можно ли их вообще на ферме посадить и вернуться к нему проще всего? Ну, на мой взгляд. Сейчас попробую вернуться и расскажу вам. Блин, где здесь живой телепорт, скажите мне? А, вот же он, отлично. Так, блин, я не могу у него посадить. Ладно, пойду посажу на своей ферме, а потом вернусь к нему и посмотрим, можно ли это сделать. Но у меня как раз в доках куча места для этого. А ну-ка, кукадоба? Блин, серьезно, она не сажается, елки-палки. Придется ее собирать, офигеть. Ладно, возвращаемся в дебри собирать кукадобу.
Пожалуй, сразу сдам на всякий случай, а то там очень много места, где можно упасть. Блин, подожди-ка, смотрите. Он и здесь выполняет, и там. Блин, что-то я не понял. То есть всего лишь 150 надо все-таки или больше? Блин, Огден, вот ты обжора все-таки. А, что это? Пикантный тофу. Полностью сыт не будешь. Что это за штука? Для чего она? Давайте посмотрим. Еда. Пикантный тофу нельзя вырастить на участке, им можно только кормить слаймов. Блин, абсолютно бесполезная вещь на самом деле. Так, мне осталось еще 30 штук, чтобы выполнить это задание первое. В принципе, 45 я ему уже принес. То есть не так уж это и сложно на самом деле. Только появился я в другом месте, это не очень удобно. Я немножко заблудился, что ли? Хотя нет, я здесь был. А может и не был? Да фиг его знает, непонятно. Так, главное найти клубки. Конечно, одиночные тоже неплохо, но их очень мало и всего по одной штуке. А в клубках целых 5, если они не разлетятся по всей локации. Так, богофрукты на место. Вы мне не нужны. Есть, есть один клубок, подожди. И сразу разобьем. Но тут ничего интересного. Мне нужен щелкач, или как он его там назвал. Так, вот тут один есть. Главное, чтобы не разлетелось ничего. Есть, отлично. 5 или 6 было, я что-то не заметил. Ладно, будем искать дальше. Блин, я вот только не пойму одного. Они возрождаются, появляются снова эти куски грязи? Или мне просто надо найти все? Так, мне осталось найти всего 17 штук, чтобы выполнить его первое задание. Блин, ну больше мне с ними почему-то не везет. Ух ты, саблезубый плорд. Прикольно. Еще и Вики статья саблезубый слайм. Но что-то его даже не вижу. Так, ну саблезубых я, пожалуй, соберу. Мне кажется, они еще пригодятся. Блин, а где же мне искать клубки? Тут вообще ни одного нету больше. Какая-то разовая акция с этими клубками. Ну хоть цветочки появляются заново, это хорошо. Так, а мне осталось всего 7. Блин, какое же сложное задание, оказывается. Остров достаточно зациклен, и тут нету никаких секретных мест. И локация не сильно большая, но, блин, кукодобы тут совсем нету. Маленькие кустики с одной кукодобой. Я не представляю, сколько я буду искать, еще 75 штук. Ну, хотя бы 4 нужно доискать. Так, ну все, 30-ю я нашел, теперь осталось найти рабочий телепорт. А рабочий телепорт я видел где-то здесь, по-моему. Блин, а рабочий телепорт найти целая задача. Мне кажется, он остался в той пещере, в которой я видел последний раз. Да, точно. Он остался на том же месте. Похоже, работает только один телепорт. Ну что, ты доволен? Я собрал даже больше, чем нужно. Блин, куда девать эту тофу, я не знаю. А и что же ты даешь-то за 75? А ну-ка. Ну и что? Ты мне что, локацию открыл или что? Я не понимаю, зачем мне эти тофу? А ну-ка отвечай, быстро. Огромное спасибо за кукодобу, ты далеко пойдешь. Волшебная смесь, которую я разработал для своих урожаев, сейчас доступна в твоем обновлении участка. Волшебная смесь защищает фрукты и овощи от гниения. И не беспокойся, я делаю ее из природных продуктов, из хороших здоровых ингредиентов. Но я не всегда так думал. Я владел раньше на земле огромной компанией по производству мгновенного питания. Быстрая дешевая еда, сделанная из ничего, кроме химии и консервантов. Мы зарабатывали миллиарды, но никогда не производили натуральную еду. Вместо разработки питания мы занимались дизайном продуктов. Это было неправильно. Блин, мне это все неинтересно. Так я и прибыл в беспредельное запределье, чтобы выращивать полезную еду своими руками. Я хотел оставить позади свою жизнь на земле. Но хватит об этом, а лучше больше о кукодобе. Если ты достанешь мне ее еще больше, то я дам для твоего участка особое обновление Deluxe. Поторопись, Беатрикс, я изобрел новый рецепт, и мне нужна следующая поставка кукодобы, чтобы получилось как надо. Блин, ну ты гадкий тип, неужели опять... Сколько? 120? Серьезно? О господи, друзья, ладно, я постараюсь это как-нибудь промотать, чтобы вам за этим всем не наблюдать. Ну а я отправляюсь на поиски кукодобы. Ну, я думаю, для первой партии этого достаточно. Потратил я просто кучу времени, чтобы их найти. Надеюсь, ты не лопнешь, Огден Оркис. Блин, там, наверное, целая стена сейчас из тофу будет. Ну, давай.
Блин, не хватает что ли, елки-палки, еще сколько надо? 19 всего? Ну, 19 можно быстрее найти, чем 120. Офигеть, сколько здесь стоп. Я даже не знаю, куда их девать. Просто скармливать, что ли? Блин, ладно, пусть валяются. Пойдемте еще искать эту ягоду. Ну, надеюсь, в этот раз тебе хватит. Взял с запасом, чтоб ты наелся, Огденортис. Так, и что это за приз за целых 120 кукадоб? И... дай мне тофу. Не знаю зачем, но пусть будет. А ну-ка. У тебя получилось, я смогу попробовать мой новый рецепт со всеми этими вкусными кукадобами. Я правда люблю готовить, это меня успокаивает и позволяет мне сосредоточиться на том, чтобы делать что-то полезное для тела и души. Смешно, что еда стала моим увлечением после ухода из компании мгновенного питания. Честно сказать, я никогда оттуда не уходил, меня выгнало правление директоров, потому что я попытался саботировать компанию, я хотел, чтобы они разорились. Блин, не мудрено. Мы делали людей больными, Беатрикс. Еда, которую мы продавали, была мусором, и мы об этом знали. Все крутилось вокруг денег, и я захотел это изменить. Блин, целая история. Но все вышло из-под контроля, и мне было с этим не справиться, и поэтому я ушел. Я вскоре приобрел билет в беспредельное запределье. И вот здрасте, приехали. Слушаем, как я продолжаю рассказывать о прошлом, вместо того, чтобы сконцентрироваться на кукадобе. Давай вернемся к делу. О нет, опять дело. Раздобудь еще кукадобы, и я буду тебе так признателен, что отдам тебе ключ к моему убежищу. Тебе не показалось, это все будет твоим. Удачи тебе там. Господи, сколько же там кукадоб? 150, офигеть, блин. Ты хренов обжора, дай мне эту последнюю поставку кукадоба, и убежище будет твоим. Удачи. О, господи, ребята, ладно, удачи мне. Я не знаю, где это все искать. Я 120-то искал, не знаю, сколько времени. Ох, ладно, я пошел искать дальше. Ну и я, наверное, не буду снимать, как сдаю частями, сдам сразу все 150 кукадоб. Ну, то есть двумя частями, соответственно, но не буду это отражать на видео. О, в ящичках тоже кукадобы есть. Не замечал. Ну ладно, пожелайте мне удачи, 19 уже есть. Осталось каких-то 130. Ну вот он, момент истины, ребята. Не знаю, зачем я собрал чуть больше, чем надо, но даже тофу я не собирал. Просто посмотрите, какая куча тофу здесь. И куда мне это все девать? Ладно, осталось всего две штучки. Давайте посмотрим, что будет дальше. И? Ты открыл мне локацию, офигеть. Я даже не знаю, радоваться или плакать. Отдай мне все мое тофу. Оно даже не помещается. У меня истерика. Я собрал просто миллион этих фруктов. О боже, ой-ой-ой, это очень много кукадобы. Да подавись ты, гад. Сейчас я смогу попробовать все это. Сытный пирог из кукадобы и пастернака, варенье из сладкой кукадобы. О, омлет из кукадобы с яйцами пестрых куриц. Ты мне сделала такой подарок, Беатрикс. Я тебе очень благодарен. Убежище Огнена теперь принадлежит тебе. И ты можешь им пользоваться, как твоей душе заблагорассудится. Ну спасибо, блин, мне своего не хватало. Но помни, если ты захочешь дальше разведывать дебри и приносить мне кукадобы, я буду рад платить тебе за это в тофу. Да нафига мне эти тофу? Еще раз благодарю тебя, Беатрикс. Было здорово с тобой работать и иметь возможность поболтать с кем-нибудь. Жизнь за пределами прекрасна, но можно почувствовать себя немного одиноким, если вокруг никого и память о былом тебя не отпускает. Хорошо знать, что есть кто-то рядом, даже если все, что он может сделать, это время от времени выслушивать. Да не хочу я тебя слушать. Спасибо тебе, Беатрикс, за то, что ты меня выслушала. А сейчас давай вернемся к работе. Иди ты в жопу, я больше не буду работать на тебя, урод. Господи, как я тебя ненавижу. Убежище теперь твое, но я буду рад платить тебе кусочком моего особенного пикантного тофу за каждые три кукадобы, которые ты насобираешь в дебрях. Будь осторожна. Да на, подавись, гад. Смотри, сколько у меня еще тофу есть. Точнее, кукадобы. И нафига мне целых 100 тофу? Фух, ладно, все, надо успокоиться и обследовать эту местность. Блин, а здесь красиво достаточно. Даже не знаю, есть ли смысл здесь что-то сажать. Мне хватает места и там. Но здесь достаточно прикольно. Даже уютно, я бы сказал. И даже ничего чинить, ремонтировать не надо. Все уже прокачано. Так, а это что у нас? Автомат с игрушками, офигеть. А зачем он мне еще один? Здесь, в принципе, все то же самое, что и там. Ой, это кто? Кактус в шляпе. Прикольно. Ну, видимо, больше ничего, кроме красоты, в убежище Огдеса нету. Только дополнительная ферма, но не знаю, нужна ли она мне. Все может быть сюда, я еще, может быть, кого-то посажу. Ну, а на этом серию я закончу, друзья. Не забудь подписаться, чтобы узнать, что еще в игре можно добыть. И поддержи меня лайком.
Я ведь не зря собирал этих 100 пикантных тофу. Всем пока и до скорого. Совсем забыл показать вам, что делают улучшения Огдена. Всего он дает два улучшения. Первое — это волшебная смесь. Она замедляет процесс гниения. Выглядит она вот так. Ну а второе — это обновление Deluxe. Увеличивает производство урожая. И выглядит оно примерно вот так. Ну а теперь точно пока.